Всем привет, с вами канал Mazda MPV, колхоз наше все. И сегодня я расскажу, как я заменил пластиковые фары на стеклянные. Стеклянные фары продаются в интернете, на Дроме или на Фарпосте. Найдете вы их по цене 1500-4500. Почему заменил? Потому что это единственные фары стеклянные, которые практически один в один подходят к нашим. Отличительной особенностью этих фар является то, что они от автомобиля до рестайла. Первый кузов 89-91 год является фактически стеклом, который практически не портится. И обратите внимание на эти фары, то что на них находятся сосочки. Мои фары пришли в негодность абсолютную, потому что одна фара лопнула левая, я ее заколебался заклеивать и подклеивать. Отражатели то же самое, уже практически пришли в такое состояние, что можно сказать просто на выброс. Делается все элементарно. Необходимо в первую очередь, конечно же, демонтировать решетку. Снимается она просто. Она у меня на стяжках. Снимается поворотник, отстегивается и откручиваются два болта крепления кузову фары. И просто-напросто далее фара выщелкивается из своего посадочного места аккуратным движением вправо и влево, соответственно, правая фара. Снимаем цоколь, оставляем в сторону. Вот видите, какая у меня фара, которая пришла в негодность. В принципе, ужасного состояния. А это новенькая стеклянная фара замечательного качества. Снимаем крепление от стеклянной фары. Демонтируется элементарно откручиванием трех болтов. Демонтируем полностью. Вот так вот они выглядят, полностью идентичны, за исключением выреза на пластиковой фаре. С пластиковой фары тоже снимаем крепление, которое стояло у нас. И это крепление подсоединяем к стеклянной фаре. Все элементарно и просто. Фара устанавливается в обратной последовательности на свое штатное место. Одеваем цоколь. Закручиваем два болта. Ну и самое страшное в этом деле, это то, что необходимо отпилить боковушки решетки для того, чтобы решетка встала на свое штатное место, потому что фара, которую мы поставили, она немного больше, именно стекло длиннее нашей штатной фары. Дальше будет видно на видео, почему. Вот сейчас обратите внимание, когда будут фотографии, садится не совсем плотно решетка. Я, конечно, немножко переборщил, но ничего, так пойдет. Скажу вам сразу, свет от этих фар обалденный. Светотеневая граница настраивается великолепно. Покупал я вот в этом
магазине, 1500 рублей, договорился с продавцами, они отправили, все хорошо, приехала через 2 недели. Ищите и найдете. Самое главное, хорошо упаковать, чтобы фары при переезде не разбились, потому что были такие случаи. Так что, ребята, рекомендую. Итак, сегодня у нас 2 октября 2020 года. Получил только что свой груз стоимостью 930 рублей. Вот она, одна фара. Вот так выглядят эти две красавицы с тремя сиськами. Симпатяги, вот так они выглядят на автомобиле. Обратите внимание на зазор между решеткой радиатора и самой фары. Это тот самый подпил, который я делал. Без него решетку радиатора нормально не поставить. Рекомендую. Всем пока. Подписывайтесь на канал.